Полицейскими задержан криминальный дуэт, распространявший соль среди жителей Советска. Подозреваемые были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обыска в квартире, где проживали оба злоумышленника, были обнаружены и изъяты приспособления для курения, а также наркотическое средство соль, приготовленное к сбыту. Установлено, что синтетический наркотик подозреваемые приобретали в теневом сегменте сети интернет, а затем продавали местным жителям. Возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Оба фигуранта ранее уже имели проблемы с законом. На момент задержания в квартире кроме них находились еще три человека, которые направлены на медицинское освидетельствование.